Здравствуйте, я получила посылку от интернет-магазина Mola Opt. Я уже предварительно распечатала заказ. И сейчас вам покажу, что здесь я позаказывала. Это бланк с моим заказом. Заказ я заказала на сумму 523 гривны 26 копеек. Я заказала в пластиковой форме лесные ягоды. Вот так вот они выглядят. Также пластиковую форму с 8 марта. Пластиковая форма ромашка. Пластиковая форма орхидея. Это пластиковая форма квадрат средний. Также пластиковая форма овал с 8 марта. Как раз перед 8 марта, перед праздником. Также форма силиконовая, ракушки на планшете. Также я заказала ребристый нож для резки мыла, большой. Пакеты для упаковки мыла средней формы. Я заказала 20 штук. Пипетки 3 мл, 3 штучки. Пластиковые. Дальше я заказала мыльную основу, английскую, прозрачную, 1 килограмм здесь. И мыльную основу белую, также английскую, также 1 килограмм. Дальше я заказала наклейки Handmade, 10 штучек. Здесь коробочки футляр Paris. Я, конечно, думала, они чуть большей формы будут. Они такие небольшие. Я заказала 2 штучки. И упаковочные ленточки. Ширина 6 мм для упаковки мыла разных цветов. Желтая, зеленая, фиалка и оранжевая. Здесь у каждого цвета по метру. Дальше я заказала масло ши, баттер. Здесь 100 грамм. Розовую глину 20 грамм. Отдушка арбуз 10 мл. Краситель пищевой синий 10 мл также. Цвет такой насыщенный. Краситель жидкий, ультра, сиреневое наваждение, также 10 мл. Цвет на видео не такой передается, как он на самом деле. На самом деле такой сиреневый, а на видео он такой более синеватый. Эфирное масло жасмина 5 мл. Отдушка кокос 10 мл. Отдушка гортензия также 10 мл.
Отдушка мороз и свежесть. 10 миллилитров. Отдушка горячий шоколад. Последнее водорастворимое масло макадамии 30 миллилитров. Вот такой вот я заказ сделала. Спасибо большое интернет-магазину Мыло Опт. Я очень довольна вашим магазином, продукцией, доставкой также очень довольна. Спасибо, что вы есть.